семье. И, то есть насилие держится на нашем равнодушии. Если каждый из нас перестанет быть равнодушным и каждый попытается бороться с насилием, то насилие будет практически искоренено. Добрый день всем. Я бы хотела сказать, что самое главное для женщины – это мужская поддержка. Мужская сильная рука, добрая душа, любовь, забота. И хотелось бы, чтобы всех женщин, девушек, девочек, мужчины носили на руках, как маленькую жемчужинку, хранили, боготворили, любили, почитали. Пожалуйста, мужчины, мы ждем. Ну что же, уже очень много слов было сказано по поводу этой очень серьезной проблемы, которая действительно существует на сегодняшний день. Но поскольку она существует, то, друзья мои, нужно ее как-то разрешать. Нужно, как уже было сказано, не бояться, обращаться, слава Богу, существующие для того службы, организации. И когда проблема обязательно будет разрешена, вы будете услышаны. Еще хочется попросить людей, у которых, может быть, такая проблема существует не лично, а у знакомых, у друзей. Вы обращайте внимание, не оставайтесь, пожалуйста, равнодушными. От этого зависит судьба не только конкретно вашего друга, но, в принципе, нашего общества, нашей страны. Иногда наш совет, наша маленькая помощь, она просто может спасти жизнь человеку. Это очень важно. Ну и хочется, конечно, всем нам, всем вам пожелать любви. Это, наверное, то, что на самом деле спасет мир. Я очень на это надеюсь и верю. Спасибо. Я дуже дякую нашим спортсменам, нашим зіркам шоу-бізнесу за те, що вони підтримують нашу соціальну ініціативу. І зараз я хочу запросити нашу учасницю Сумару заспівати для вас пісню. Дякую.